На сцене инструментальный ансамбль «Волшебный гриф». В ярких красных платьях и пританцовывая, они исполняют современные композиции. В номинации «Крым. Любовь моя» «Волшебный гриф» заняли первое место. «Юный финансист» на сцену приглашается... На сцене 12 победителей номинации «Юный финансист». Первое место заняла Эмине Ибрагимова. Ей всего 9 лет. Несмотря на юный возраст, школьница уже написала книгу о том, как правильно экономить. Своими руками сшила наряд для куклы, что помогло ей победить сразу в двух номинациях. Моя книжка называется «Малышка». Это правила и советы для экономии. Я узнала о конкурсе в школе и захотела поучаствовать. Я сшила костюмчик для куклы. Он был желтого цвета, потому что очень люблю этот цвет. Номинация «Юный финансист» появилась в этом году впервые по инициативе заместителя председателя Совета министров Республики Крым Ирины Кивико. Попробовать свои силы могли участники от 7 до 17 лет. Мне очень приятно, что в этом году впервые появилась такая номинация, как «Юный финансист». И достаточно много детей, более 50, поучаствовали. И вот у нас сегодня будет 12 победителей, которые в разных номинациях мы будем награждать за участие. СБ-01. Он следит за солнцем. Чингис и Эдем – юные робототехники. Специально для фестиваля они собрали робота, который реагирует на свет. Назвали его «Подсолнух». Робот принес победу школьникам. Мы собрали робот, который следит за солнцем и собирает энергию с помощью солнечных батарей. Как долго вы его собирали? Ну, где-то недели 2-3. 80 лауреатов наградили почетными грамотами и призами. У большинства из них уже есть проекты на Крымский вундеркинд 2020. Эльмаз Аблакимова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».